Итак, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Антон, и сегодня мы поиграем в самом низком дивизионе. Я думал, что это дивизион 1, но рейтинг, посмотрите, у меня 0, дивизион 3. То есть это минимальный дивизион в этой игре. Максимальный вроде бы 8, 9 я ни разу не видел. Хочу напомнить вам, что ребята с OneX это не только быстрота и надежность, но и 6 косых по моему промокоду Balmy. Переходи на мой твиттер и получай свой подарок. Что я еще могу сказать? Я сыграл 23 игры, я из них просто ливал. И если ты играешь в ранкете, к примеру, там в 5-м дивизионе, в 6-м, у тебя залив снимают 30 очков, то здесь, если ты выходишь из игры, у тебя снимают по 60. Прикиньте, 60 очков у тебя забирают. Это очень на самом деле много. И сейчас меня интересует вопрос, кто вообще играет в самом низком дивизионе, вот с таким вот рейтингом. У меня рейтинг 0. Мне кажется, вот как я жене сказал, это дети китайцев, которых, знаете, с самых маленьких лет заставляют быть киберспортсменами. И вот они пытаются играть и сливают очки, попадают в такой дивизион и отсюда уже учатся. Также мне стало интересно, сколько мне дадут за победу на бойце C-ранга. Блин, ну, по сути, максимальное, что мне давали, это 27 или 25 очков. Если здесь дадут больше, будет круто. Ну что, не хочу больше задерживать. Друзья, давайте я покажу вам, на каком я месте. Места у меня вообще нету, хоть я и прошел калибровку. Вот такие вот пирожки. Здесь, ну вот вы видите все сами. Так, поехали искать, и первый бой у меня будет в полусреднем весе, потому что там есть панк. Так, вот он этот боец, который носит воду между раундами. Ударка 81, грэплинг 83, выносливость 84, здоровье 84. Он грэплер, ё-моё. Перки перед вами, колонка стойки перед вами. Блин, у него блоки меньше 80, 79. Как мы знаем, разработчики не имеют права ставить параметр меньше 80, но у него блоки 79. Даже здесь он нас удивляет. Давайте посмотрим, есть ли еще где-нибудь у него параметр меньше 80. Нет. Итак, друзья, первый соперник в третьем дивизионе с ПТСом. Каким, я не знаю, но у меня ПТС 0. Все, пропускаем, начинаем играть. Так, ну давайте. Давайте назовем эту картину, как она у нас будет называться. Картина, наверное, называется, знаете как, когда тебе 27, но ты ходишь в детский сад. Я хочу дать ему поработать, вот, и попробую определить по его движениям, в каком он классе. Так, пока что, мне кажется, что у него половинка джойстика, так же, как и у меня, но блок он держит. Блок он держит. Нифига себе! Нифига себе! То есть он меня кинул, он заблокировал мой middle kick, друзья. Так. Ух ты, неплохо. Так, больно. Хороший хук. Так, у него пошли локти. Ё-моё, дружище, остановись. Голова, корпус, наверное, у тебя никогда такого не было. И я лишил тебя этой девственности. Работайте по этажам. Фантастика, просто фантастика от бутылки Фанты. Сейчас я просто твое шампанское по-быстренькому вскрою. Это что? А как у него получился фейк, которого не существует, пацаны? Как у него получился фейк? Вы прикиньте, до какой степени у него сейчас просто возгорается мозг. Он так все это быстро воспроизводит, он думает, что я не умею это блокировать. И сейчас я не представляю. Просто я не представляю, что у него сейчас. Что вот, о чем он сейчас думает? Давайте встанем. Давай, братан, я хочу проверить, из каких ты органов состоишь. Есть ли вообще у тебя мозг? Хорошо. Панку больно. Так, хайкик какой-нибудь, не? А мне есть интересно суплекс высокий. Ну, панк, блин. А есть у меня... Ой-ой-ой, друзья. Я попробую его, знаете, как вынести? Я попробую его вынести в клинче. Так, дай подняться, братан. Так, я понял, дай подняться. Надо первого соперника вырубать. Сейчас я его вырублю в клинче, короче.
Я его вырублю в клинче, он должен выходить. Но мне кажется, он будет постоянно защищать свою голову. Вы видите, что делает этот Опезол? Хорошо. Так. Подходим. Так, ладно, давайте я побырику сделаю то, что хочу. И потом, короче... Ой-ой-ой. И потом найдем второго соперника. То есть я здесь покажу финалочку. Охренеть, как же он быстро отлетел. А от чего это так произошло, друзья? Я попадаю левым хуком ему в терминал для еды, и он просто резко падает. Это или какой-то читерный удар от Панка. Давайте смотреть в медленном повторе. То есть он пробовал пробить... Я даже не коснулся до этой банки меда. Посмотрите, я промахиваюсь, но ирландец падает в спячку. Бам! Здесь просто мимо. Жесть. Я хотел его в клинче, короче, вынести с коленки. Это красиво выглядит. Не часто вы такое видите. Но, наверное, я сделаю это со вторым стопом. Также посмотрим, на что он способен в первом раунде. Сколько очков дали? Что, блядь? Что, блядь? Извиняюсь, блин. Правильное слово, блин. Я играл на C плюс бойце против А плюс бойца. Или Конор А боец. Я не знаю, в полусреднем весе, какой у него ранг, но мне дают ноль. Легкий вес, друзья. Давайте брать еще одного бойца, у которого ранг. Ну, хотя бы С. Хотя бы С, там, Б плюс или Б, к примеру. За кого здесь можно сыграть? Точно не Бобби Грин. Точно не этот парень. Хукера мы не берем, потому что за хукера я постоянно играю. Рустам Хабилов есть. Рустам Хабилов, но он грэплер. Мне интересно. Так, Брюс Ли не хочу, Кевин Ли не хочу. Блин, какой я сегодня, а? Противный. Ни за кого не хочу играть. Сейдж Норкотт. Так. Пэтиса. Давайте за Пэтиса сделаем... как он называется? Я давным-давно его не воспроизводил. Шоу-тайм. И, блин, если мне сейчас дадут 0... То есть, как мне кажется, я ушел в минус. Когда я играл последний бой, у меня было 25 очков. За лив у меня снимают 60. То есть, у меня, значит, было минус 35 очков. То есть, отсюда вывод, что мне уже... Не дали больше 30 очков. Загрузил я вас ненужной информацией. Смотрим, я делаю фейк. Все бойцы здесь очень аккуратно играют. Заметили? То есть они сначала присматриваются, а потом начинают лупить свои локти-колени. Так. Смотрим, на что он способен. Пробивает middle kick. Есть у него в арсенале хуки. Пытался он сделать high kick. Ух ты, но это не был степ, я не думаю, что степ есть на таком ранге. Я думаю, что этого удара не существует. Ловим его ногу. Хорошо. У Петиса первый уровень бокса, вроде бы, если я не ошибаюсь, но у него точно слабые руки. Обрабатывает, видит то, что выигрывает размены. И обрабатывает нашу голову. Хорошо. Почесали ему за ушком. Теперь его очередь, и он ее хорошо очень отыграл. Так, бэквист. Ни хрена себе. Так, ладно, все, поехали. То есть, ну, чувак играет аккуратно. Да, я понимаю, что если против него играть на серьезных щах, то чел не вытягивает. Чел не будет вытягивать ни за что в жизни. Вот, к примеру, сейчас мы видим, то, что он уже не понимает, как размениваться, если его атакуют. И теперь мы делаем Супермен Панч. Он вообще такого не должен ожидать. Хорошо. Не дал он мне провести хайкик. Ой-ой-ой! И мы здесь падаем. И он, конечно же, будет прыгать. И здесь самое главное поймать его руку. Он будет работать одной рукой. По корпусу. Нет. Не даем мы это сделать.
Ладно, давайте просто выйдем. Я не верю в то, что он сможет как-то заблокировать мой выход. Хорошо. Прикиньте, если я проиграю. Прикиньте, если я проиграю. Бэквист. Бэквист. Ну не получается, не получается у меня. То, что я хочу, это означает только одно. Чтобы исполнить с этим парнем шоу-тайм. О, нашел Каменко, заметили? Тот, кто находит этот удар. Ой-ой-ой, прекрасное зрелище, братан. Ох ты, блин. Корпус. Отталкиваем. Отталкиваем. Корпус. Хорошо. Не хотите ли вы посрать, сэр? Бэм! Судья, ну что же ты выставил свой пердак? Я сношу тарталетку своего соперника вместе со свечой, а судья нам просто не позволяет это увидеть. Ну ладно, замедленный повтор нам все покажет. Человек просто держался за живот, просил, понимаете, визинчика освободить кабинет для того, чтобы он немного остыл там и смог уже не бояться за свой живот. Но Петис разбежался, дал ему свой фирменный удар. Шоу-тайм. Дайте очков, суки. 9, блядь. 9, сука. 9 очков. 9. 9, не 9. Что я говорю 9, блядь? Как будто я к Витьке обращаюсь. 9. Поехали. Нам нужен третий бой за самого низкорангового бойца, то есть. И тогда я успокоюсь. Это будет у нас опять СМ-панк. Но здесь я уже, друзья, просто в клинче по-быстрому нанесу удар с коленки и будем заканчивать ролик. Ну что же, потихонечку Камару Усман уже приближается к тому, чтобы у него в жизни появился статус. Ем только с ложечки. Голова мигает. Самое главное сделать так, чтобы он упал от моей коленки. Блин, ну больно, больно, больно. Не спорю, братан. Могёшь, сила есть. Тише, тише, Антон, ёкарный бабай чуть-чуть. Я бы сейчас своей челюсти лишился бы. Так. Он тот раз пошел вверх. Да-да, правильно, братан, прикрывай. А твою кастрюлю сейчас превращу в друшлаг. Ты нихуя! Блин, я могу только зареспектовать этому сопу. Он не ливает, пацаны. Он не ливает. То есть он играет? Я его бью в клинче, но он не ливает. Все, друзья, пора сливать мозги. Пора сливать мозги через твой друшлаг. И, блин, только что сказал я, что он не ливает, и просто у этого чувака взорвалась жопа. Потеряно соединение с соперником, это означает, что мы не увидим с вами повтор. Все. Сказать мне больше нечего. Интересно, сколько я получу за этот Блять, он ливанул! Он ливанул, пацаны. Все равно, короче, получается, если он ливанул, я получил всего 12 очков. 12 очков. Без разницы, да, что он ливанул? Короче, дают очень мало, я не знаю, с чем это связано, но, блядь, подниматься до полторашки или до 2000 очков, это, конечно, экшен был бы, если бы я занялся бы этим. Пока что мне до сих пор не дали разряд, как написано слева. Ну что, друзья, вот такой вот получился ролик. Если он вам понравился, ставьте лайкос, пишите комментарий. С вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.